superstitious. Lamborghini is so vicious. From Harlem to Hollywood, I'm still hood. 500 horses stuffed in my Ferrari hood. Fuck niggas talk about them C's on my heels. Hip hop was dead, and killer gave me the will. Black car fever got this nigga feeling ill. He's a shot for now, nigga giving out deals. It's all about the Benjamins, baby. I'm flying up Lennox in the Bentley, all crazy. The rooftop, list, I'm showing my ass. I brought New York back, you niggas ain't got a chance. Remix. We fly high, no lie, you know this. Эй-эй-эй, привет-привет, это снова WhatsApp TV. Сегодня у нас в Киеве в гостях гость из Москва, Айдигиди. Здоров. Здоров, мэн, как дела? Это вообще шикарно. Как доехал, как вообще в пути было, как поезд, как проводницы, там, стюардессы? На самом деле, не особо классно меня встретила в этот раз Украина. Таможники взяли взятку с нас, 4000 рублей. Почему Айдигиди? Этот вопрос мне тоже все задавали. Но я его не слышал, я не знаю ответа. Ну, на самом деле, знаешь почему? Я изначально у меня было сценическое погоняло ID просто. От Иван Дмитриевич, типа ID. А ID где стало, я просто Das FX переслушал в детстве. Мне Дигиди нравилось слово, я стал Дигиди. Все очень просто. Да. Как тебе сегодняшняя работа на студии данной звукозаписи? Слушай, работа классная. Я вот приехал в Киев, хотел... Ну, на концерте выступить, обязательно заехать на какую-нибудь студийку, вот попал на New Wave. Прикольно, работаем, записали трек «Улицы не спят», часть вторая. Я Тимсон Гуни, может, Прист еще впишется, не знаю, что он там делает пока, где он сейчас, куда он уехал. Будем надеяться, хорошая песня, надеюсь, будет. Что бы ты хотел пожелать своим поклонникам, фанатам, фанаткам? Соблюдать закон, не попадать в лапы коррумпированных сотрудников органов, властей, пожелать всем. А если прячешь, то прячь хорошо. Вот что я хотел пожелать. А Диггиди Special for WhatsApp TV. Right here in Ukraine, baby. Тех, что не взял из-за даром. Тысячи тех, кому мало, тысячи тех, кому много. Голод съедает сердца, где люди забыли про Бога. Много будущих мам уже под снегом с утра. Деньги и секс в их умах, ими овладела тьма. Когда полно дерьмо, я вижу море красок. Мне путь открыт на небеса, но этот путь опасен. Эй, тебе не хватит сил, зачем ты пьешь за нами? Потрать время на приобретение знаний. Знаю пацана и босс. Страшно стелится, редкое явление, вовсе не пришелец я. Рейман салют, этот кул дебют. Несмотря на курс валют, тазы звуками плюют. Атака дыма, слух, дыма, слух. Это как выстрел в лоб. Не покидая основ, основ. Мы продолжаем делать хип-хоп. Атака дыма. И снова добрый вечер, Бочка, Айдигиди, Москов Стайл. И у нас в гостях уже почти лицо WhatsApp TV, MCT. Даже созвучно звучит. Привет, как дела? Отлично дела, все здорово. Немножко как бы расстраивает, что не очень большая посещаемость на последних мероприятиях рэперских в Киеве. Но зато хороший саунд, зато люди на сцене стоят достойные. То есть этот, вот это радует. Давно мы с тобой не виделись. Что у тебя нового в жизни, в искусстве, во всем?
Нового у меня. Я сейчас открыл на радио «Шарманка», на самом попсовом радио, запустился уже проект, называется «Перепалка». Это передача, которая будет выходить каждую пятницу в 5 часов вечера, в 17.00. В первой «Перепалке», которая была в прошлую пятницу, был гостем в моей передаче Иван Дорн. Мы с ним общались о рэпе, это было потешно. В следующей передаче будет «Noise MC». Потом я хочу пригласить еще много известных людей, связанных с рэпом и не связанных с рэпом, чтобы поговорить с ними, пообщаться, просто хорошо провести время в эфире. И, конечно, наши разговоры мы разбавляем рэп-музыкой. Разные треки, новые, классические. То есть это пока единственная передача на самом попсовом радио в этой стране. Я, конечно, хочу, чтобы все это впоследствии переросло в единственное хотя бы в нашей стране FM-рэп-радио, отдельное, настоящее. Уже год над этим работаем с командой людей, но пока не хватает тупо бабла и заинтересованности вышестоящих людей, которые в нашем родинном бизнесе как бы имеют вес. А без их поддержки делать что-то некачественное и неподкрепленное нужным ресурсом не хочется, потому что я считаю, что в нашей стране должно быть хотя бы одно, но настоящее крутое рэп-радио. Если у нас в стране есть радио «Шансон», если есть DJ FM, KISS FM, танцевальные радиостанции, если есть рок-радио, если есть радио «Ностальжи», радио «Мелодия», «Бизнес FM», «Ренессанс», то почему не может быть хотя бы одно рэп-радио? Я думаю, может быть, когда-нибудь оно появится. Если оно появится благодаря моим усилиям, я буду несказанно рад. Я думаю, это повлияет на развитие всей культуры в нашей стране. Что бы ты хотел пожелать своим фанатам, фанаткам, бабушкам, дедушкам? То есть всем этим 20 человекам, да? Я хочу пожелать вам, чтобы продолжали слушать тех артистов, которые вам нравятся, продолжали не просто слушать, а поддерживать их. И призываю всех людей, которые слушают музыку, будьте добрее, меньше срите в интернете, больше ставьте лайк, чем дизлайк. Но тем людям, которые, по вашему мнению, этого заслуживают. Если вы сами занимаетесь творчеством, не нужно относиться ко всем остальным как к конкурентам. Относитесь к этому проще. То есть, на самом деле, больше любви в вашей жизни, будет все гораздо светлее и лучше. Не курите, не пейте, не кидайте мусор, не ссыте в подъездах. В общем, живите так, чтобы вы с вами... Не ждите от страны или от кого-то, чтобы жизнь стала лучше. Сами делайте эту жизнь лучше. Вот я хочу вам пожелать, чтобы у вас всегда хватало сил сделать свою, хотя бы свою жизнь лучше. Все. MCT для WhatsApp TV. Не I started around time when Eminem signed 50. I came in the game, but nobody wanted to fuck with me. When I started, I had nothing but a paper and a pen. I drew a couple of sketches and made up a plan. Ever since, 1,000 bands have ran out of ink. I've wasted like a million, no pairs developed a swing. The rhymes that I sing are real, I don't counterfeit. I know the man, give me my dough, and I will count my shit. I'm from the street, that's why I spit gutter and dirt. I know a dope beat, cause I show dope on the turf. I'm no magician, I ain't got no bunnies in my head. A rap musician, so hip-hop money's giving me head. Worked out my muscle to take shit in a scuffle. I switched to rap and it is a lot like a hustle. My vocal speak on the mic, I kick sick buns. If big pun is a measure of telling them six tons. You know me and Buzz. And I'm a diggity, no matter the shit around, we stand on our dignity. Curir atrás de música até gozina controla. We don't stop. Cada quina se canoa. You know me and Buzz. And I'm a diggity, no matter the shit around, we stand on our dignity. Curir atrás de música até gozina controla. We don't stop. Cada quina se canoa. Ao tirar para matar, singa-me que fazer tiro. Rappers misto comprar comigo, mamassa eles giro. Era salta tão que caça, mecana e angaçang. Eta contentar que doce, malili no sangue. Minha rabiça custa que terebenta gin. De dentro, de ouvir com o Ciro na tabanca, com o Ciro na centro. Nunca quer testar a missão, meu povo está com mim. Minha concentração está com mim, minha música está com mim. O pensa está baixo, não, a mica está arriba. Esse é a menos passa, ontem bebe aça, ou se riba. O pensa está longe, não, está perto.